Красноярская магистраль уложила 16 километров нового пути на участке от станции Енисей до Дивногорска. Это более половины всей протяженности ветки. Планируется, что в результате модернизации скорости движения поездов вырастут с 60 километров в час до 110. Работы проходят в сжатые сроки, круглосуточно по выходным. Ветка Енисей-Дивногорск считается одной из самых живописных в России. Она охватывает все основные достопримечательности Красноярска. Планируется, что по новому пути поезда пойдут уже 12 июня.